Приветствую вас, молодые люди. Важнейшая катка для команды Bad Boom, важнейшая катка для команды IG. Это хайлайт этого матча и очень важный момент. Если Bad Boom хотя бы карту берут, они проходят дальше в стадию в следующую на турнире. Если команда IG хотя бы одну карту проиграет, они вылетают с турнира, занимая последнее место. Что для команды IG будет тотальным провалом. Ну а Котелло нас ожидает максимально интересное, потому что в этом матче у нас будет главной звездой Эмбер Спирит. Такой старый, добрый Эмбер, вы сами все видите. Хотя, если вы видели превью картинку, вы сами понимаете, о чем идет речь. Ну а пока Миеро отправляется в таверну, это ПБ для команды IG. В плане выбора мидера довольно-таки странное решение от парней из команды Invictus Gaming. Хотя Зевс как герой в принципе против ТБ работает неплохо. У Зевса хороший рассказ, много дэмэджа магии, а ТБ как бы у нас не жирный герой, поэтому может быть и сработает. Набивает дэмэджа их снова, лупят ему там пока немножко его козячьи делишки, это минус, и 1-1 на экране, далее больше никого не пробьют. Хотя, кстати, снизу тоже есть большая агрессия, а снизу у нас кто? Там у нас Таунта Токио на пару с Найтфолом рассекают. Экшон намечается снизу, там GT оставили одного, поэтому его тут быренько ломают, это фраг, хорошо получается. Но в это время могут агрессировать на ГПК, потому что гангает линию центральных снова, но, как видим, их снова там как-то лесами оползает, но к ГПК не подползает, поэтому GPK не подставляется по итогу. Кстати, под линию смещается вот сюда еще и зомби, поэтому у нас намечается такое прям стояние в центре. Там еще подкатывает один суппорт под названием Дини, поэтому тут прям всем селом планируют линию подгангать, еще руны поконтролить, и руна контролится сейвом. Это руна иллюзии для этого парня, при том, что этот парень встречает пока X-Nova, спать по нему Эвеланджа, смещается имбирь. Есть шиклы, хорошо, ломают нас интусы, но он прыгает на хайграунд, а сбить его нечем. Будет телепорт, и он выживает, и пытается сейв домять X-Nova, но X-Nova он тоже не убьет. Работает пурш еще тем временем от Сатира. Ну и все, все живы. Миро подкатывает на X-Nova, запускает это метло, запускается удар. Если дэмэдж накидывает дэмэдж по Миро, тут нормалды, как мы видим. Есть в это время еще бревнышко для сейва. Он разворачивается на бобоку, бобоку пытается уйти. Перемещается в сторону токен, спается Эйлендж, штаба пошла, и все, ломают здесь уже по-любому бобоку. Бобоку тут точно забирают, но надо бы еще убить кого-то. А я там слышу чины, летят чуть ниже, накрывают дэмэджем X-Nova. X-Nova пытается выскакивать на своей козе, но козочку провожает, козочку накрывает, козочка минус. Тем временем еще один фраг готов. У нас на нашем мониторе 4-1 на табло. Ну и вот как-то так оно все получается. Вот как-то так дэмэджи подраздали. Ну, классно, здорово, приятно, максимально по кайфу все они в этом матче смогли тут организовать. Потому что в центре, кстати, у нас смещаются снова три героя команды Bad Boom, поэтому могут снова гангать. Они пока подъезжают дэмэджем, открывают Насина, но Насин выпрыгивает на своем Зевсе. Ганг отряд подъезжает сверху, Тини запускает ос комбинацию. Ой, хорош, еще и поджигает Пуэлла прям как надо. И добить бы его здесь, добить есть чем. Это минус Моне. Минус керри, герой команды из Китая. Подъезжает GT, запускает свое копье, накрывает дэмэджем ТБ. ТБ там наминает прям нормально. Надо бы нажать Сандер. Сандер на лоу хп не получается сделать. Не успели парни его подсейвить. Ломают тамбу. Кстати, 4 героя снизу команды IG. Было бы классно убить Торонто Токио, но Торонто Токио отошел. Смоук отряд выползает от команды Bad Boom. Ой, как глупо перемещается Зевс. На него напрыгивается Зумиеро. Зевс пытался уйти на хайграунд, чтобы прыгнуть, но он никуда не прыгает. И он падает в таверну. И доминейтинг себе зарабатывает Миеро. Тем временем еще один фраг готов. Как мы видим, подраспрыгивается имбирь, попает, прыгает, открывает чинами пока своего оппонента. Поймали бы боку, боку там пока подгорает. За ним подъезжает немножко еще плюханцы, но его не убили. А табор убить должны в центральной линии. Оу, раскат Зевса, и залетает дэмэдж по бедному Думу. Дума очень больно, Дума пригвозили, пробили, уничтожили. Смещает Синий, насыпает Эвеланджа, но тут толпой напрягают верхнюю линию парни из команды IG и планируют задемонтировать вышку. Ну, тавер дефать не вариант. Или вариант, потому что смещается Тини. Тини поймали, пригвозили, пробили. Кстати, Тини сейчас тоже сдохнет. Там банк играл по Торонто Токио, чтобы отзонить своего оппонента. Распрыгивается имбирь, подкатывает ПЛ. ПЛ отлично ломает тамбу. Пошла арена, накрывает дэмэджем в это время еще и Найтфол. Копье пошло, пронзили, пробили ГПК. Набивает дэмэджа в Зевса. Зевс минус хорошо. Тавер упал. Тавер не отдает Найтфол по итогу, поэтому это еще и Денай. Здорово, приятно. Моне пока покидает файт и отправляется просто фармить нижнюю линию, пока там фрифарм. Ну и по фэтрикапу у нас вышло лучше для Bad Boom. Регенерация и очень вкусная регенка. Ой, хороший врыв от Дума. Там произошел по троим. Тамба ставится, шекл ставится. Немножко пытается поломать тут тамбу. Но тамба у нас пока что падает от вардов шамана очень долго. Два героя упали у команды IG. Подъезжает дальше в погоню за X-Новой. Но Сталом не дотягивается Миро. Слишком маленький топ у него там, если что. Поэтому не вышло.
снизу. Будет драка. Есть врыв от JT. Подъезжает на Миру. Спускать скопье. Аганина, если что. Если его также насыпали, тянут, происходит еще ее Тиника. Тиника поймали пока в варды шамана. Набивает демажа Миру, пытается поломать Дума, но пока что он не помер. Да и на самом деле, походу, даже никто тут не помер. Хотя нет, там оранжевый нас остался где-то далеко. Там Трото Токио. Его подрезали, его убили. В это время выбивают Бобоку. Бобока минус от Найтфол. Найтфол у нас все еще с Сандером. БКБшка пошла, поджигает Зевса. Зевсу очень больно. Боковая работает на Найтфола. Было бы неплохо нажать Сандер на пул КП. Жмет Сандер, но не по герою, а по иллюзии. Но тем не менее он живет, это главное. Подъезжает Муне, пытается догнать своего оппонента. Запускает копье. Копье отскакивает, подлетает по Найтфолу. Очень больно наминает демажа Муне, как мы видим. Ну и дальше у нас как бы такое происходит ситуация. Село туда, село обратно. Тудым-сюдым гоняют друг друга молодые люди. Смещение под иншей. Вот команды Bad Boom поймали Зевса, Зевс быстренько выбивает, это очень плохо. Ну, по крайней мере, Аегис есть в команде IG, хотя без Зевса они драться не должны, поэтому сейчас просто минутку времени будут ждать своего тиммейта. IG планирует кушать, IG планирует убивать центральную линию, ломает вышку Т3, пойдет хорошо, глиф возобновляется. Понятное дело, покупает бабочку себе тем временем господин на ТБ, пойдет нормали-нормали. По поводу имбиря, раскачка у него идет пока что через талант левый-правый. Взялся талант на барьер и также на барьер, получается. Дважды себе вкачал флейнгуар талант. Пробивается Егис, выбивается в это время у нас Фантом Лансер. Нужно бить его два раза. Нажимают для кимбуар, пошла агрессия. Шаман очень борзо залетает на подцеп тиммейта, он сыграл и тиммейта он спасает. Раскат Зевса уже полетел, набивает Моне, ему натерять пол хп. Его надо бы убивать, подъезжает Дум в погоню по Моне. И Моне минус. Найс. Отдефались, хотя барак рейнджовый упал. Копье пронзило, пробило в это время зомби. Наваливают дэмэдж, пробивает там еще и Тини. Тини немножко подвыгребает. Есть Юла на подце. В это время пошли у нас снова раскаты по экрану. Запускают дополнительные плюханцы по противнику. Блэкенбар пока активирован у Найтфола. Он пока оббегает данный файт. Поджигает в это время ПЛ. ПЛ пытается бежать, ПЛ пытается уйти. Далеко ли он идет, вот в чем вопрос. Майнея не отпустили, Моне упал. Досадная потеря керри-героя у команды из Китая. Ну и иллюзии, Моне тут никого не убьют. Ой, здравствуйте. А что тут делаете? А что вы тут хотели? Бобок будет убивать, хотя летает Марс. Марс решил спасать тиммейта. Бобоку, кстати, не убили, а вот Марс уничтожает оппонента. Смещает в Торонто, пытается убить Бобоку. Ставит спальни свои дикие, очень жирные зомби. Кстати, ГПК там еще и падает, походу. О, а это пил, кстати. Я что-то думал, что будет сейчас все лучше для парней с Мат Бэтбум, но не тут-то было. Еще и степаут отступает у нас парень на Думе. Бобоку убили, но, блин, ГПК упал. Лоска небольшая, планируется сверху, там фармит Насин, тусы чины, срабатывает как надо, шишку там тоже подцепили, и Насин начинает выгребать по полной программе, ему подкатывают в погоню оппонент, и будут этого парня забирать. Ну, очередная смерть Зевса, уже шестая, кстати, 0-6, блин, как же печально, прикиньте, Зевс, который должен хоть кого-то убить, ну, типа, Зевс, уль, все дела, у него 0 фрагов за полчаса. JD, оу, хотел врываться, но врывается в него, его разрывают очень быстро, команда Bad Boom, Насин Тусей понимает, что ну, оно ему не надо, седьмая смерть ему не интересна. Ну и на Рошана заползают парни из команды Bad Boom, решили себе забрать поскорее этот Эйги до бессмертия, а Эйгис достает, для них там еще есть рефреш и баннер, понятное дело, влетает у нас там дэмэдж от JD, запускает свою арену, наминают, кстати, неплохо тут ТБ, ТБ спасает там БА, у него есть Аегис, у него есть Сандер, было бы неплохо это нажать и сначала Сандер, потом уже Аегис сливать, хотя лучше его даже не сливать, накидывает дэмэдж дальше и больше, пробивает козочку, коза летает в юлах, коза будет падать, но, кстати, потери минимальные. По итогу получились в файте. Коцанные битые, но только коза умирает. Гипер-дупер лейт. Он скоро будет в этом матче происходить. Ай, хорошо, поймали ГПК. ГПК выгребает. ГПК минус. И его там поломали. Но он падает байбеком. Кто знает, возможно, даже байбек нажмет, чтобы драться дальше. Хотя смысла нет. Потому что тут, по сути, кого? Ну, убьют шамана. А там у нас базу пушить не будут, потому что там героев осталось мало. Лучше отойти. Смещение. Опять нашли ГПК. Опять его поймали. Ну, неплохо, на самом деле, играет шаман в этом матче. Понятно того, чтобы ловить этого ГПК. Но, правда, ГПК тут подсейвили. Он распрыгивается. Бобок подгорает. Наверное, все-таки зря его... Зря я сказал, что он играет неплохо. Поймали на чинах. Кстати, рефреш нажимает даже Эмбер, чтобы сбить козу. Коза выгребает. Коза будет падать. Минус еще один герой у нас тем временем. Итого 24-10 на экране. Еще одно убийство у нас там произошло. 54-я минута у нас уже наступила. Нападают на базу парни из команды Bad Boom. Напиливают дэмэдж, пробивает в это время Enchantress. Инча выгребает Инча минус. Так где у нас вообще какие-то максимально мощные шмотки? Разбивает апокалипсу Икснови. Снова уже упал, Икснова уже отпал. Я вообще жду рапирки в этом матче, потому что катка, которая длится под час, должна быть с рапирами. Я вообще хочу, чтобы рапиры были у нас куплены в этой катке краски для парниша на Эмбер Спирите. Но пока рапир покупает себе Марс. Ну, такое вы уже видали. Три рапирки, врыв через X-марку. Жаль, что не сыграешь, потому что X-марки в этом матче, к сожалению, нет.
Но если Марс на рапирках сейчас прыгнет и сыграет, как играл недавно вот Noticed из команды ВП, там он с удара убивал Дума, у которого было 4200 хп. Поэтому, кто его знает, может быть в этом матче камбэк возможен. Пошел такой SIGT, май рапиры! Ха-ха, профукано. Лол, а как так вышло? Чел с рапирами был просто вот здесь. Команда снизу, команда вот тут находится. Почему чел с рапирами был сверху один? И чего? Пиздос. Нужны новые рапиры для Марса, но пока у него не хватает на это бабосика. Рапирка уже имеется у ДБ. Рапирки были бы хороши для Эмбер Спирита, чисто как в старые добрые сыграть через рапиры и Дайдалус. Ну, еще и БФ раньше собирался, помните? Ну, как говорится, плюс в комментарии, если помнишь, старые билды на Эмбера через там 2 БФ, Дайдалус, даже 2 Дайдалута и рапиры там, допустим. И это было приколдесно. Ну что, подлетают на базу парни из команды и Bad Boom. Кстати, а где еще на рапира? Я когда ее потерял. О, Дум полетел огромный, какой же он страшный. Вы посмотрите пол экрана. Дум так вот занимает, он просто вырос. Вот кольцом гиганта и блокинбаром воспламенил, убили Насер Тусейм. Падает, если что, с байбеком. Выкупается, возрождается обратно. Пробивает ТБ, у ТБ проблемы. Насыпает там уже пробивает бабок. Бабока пытается сплит пушить. Тайт пол упал. Потерял стрик из 10 фрагов. Сколько с него упало? Вы видите вообще эту сумму? 1600 и 2500 падает для Моне. Вот это нормалды. Так, где еще на рапирах, кстати? Я еще потерял ее. Так, раз рапирка, два рапирка. Но эту рапирку он купил новый, правильно ж? А, не, он выбил обратно ее. Да, все нормально. Ну, гипер-дупер лейт на экране. 30 перефарма ни о чем не говорят. При этом, если убьют Тини, то тогда будет еще 20 рапира обратно, поэтому там, ну, как бы компенсация по золоту будет огромная. Пробивается барак парнями с команды Invictus Gaming. Пытаются они все-таки это дело забурить, но как-то трудно это все получается. В плане добурения данной территории откидываются кнопками парни с команды Bad Boom. Провожают героев команды IG. Пытаются уйти JT, но там была линка, но это не проблема. А проблема с тем, что он падает. Падает с байбеком. Какой же, блядь, Doom огромный. Просто капец. Прикиньте, что Bloodlust сверху дать, вообще звездец будет. Он в экран не помещаться будет. О, Крысодота, Реддота. Вот некрономиконами ломают Т4 вышку. И Т4 вышка почти упала. Но почти не считается. Чуть-чуть не хватило дэмэджа в бубока. Тэп-аут и отошел. Опять огромный миру там перемещается по экрану, поддусивают, пробивает бабоку, бабока по итогу отпал, бабока по итогу минус. Вот такой вот фраг у нас происходит на экране, но это хрен с ним. Хотя он падает с байбеком. На самом деле, как бы в такой стадии не хрен с ним, потому что в такой стадии любой байбек на суппорте тоже важен. 53 тысячи перефарма, 53, Карль. Ну а рапирки уже, кстати, 3. 4 рапирки уже у парней из команды Bad Boom. 2 рапирки, 1 рапирка, 2 рапирка. Прям как Александр Юрьевич обучал тут 2 играть. Подлетают на Моне, поджигает себя Doom, поджигает Моне. Моне подгорает полным ходом. Его там пытаются доломать, доломали, под сейва нет. Почему-то очень странно по карте перемещаются у IG. Ну что ж, бывает. Ну что, единственный аут победы для команды IG — это сплитпуш. Потому что камбэкнуть в лобовой атаке 63 канетворса, ну это impossible. До базы уже доползают парни из команды Bad Boom. В это время там кто-то поймали, пробили бобок. Бобок наказан за свой сплитпуш. И, кстати, он падает без байбека, это максимально важно. Ну что, ПЛ у нас с байбеком в таверне. Еще есть байбеки у нас у Зевса и у Марса. О-хо-хо-хо-хо, карамба. Влетает на Nasir to save, он очень быстро падает, его очень там быстренько разорвал, как мы видим. Выкупаются два кор-героя команды Invictus Gaming, демонтируют там у нас еще и нижнюю территорию Nightfall. Опять-таки у нас постоянно, почти в каждом матче, почти в каждой карте происходят мега-гриппы. И походу в этом матче будет то же самое. Doom поджигает пока пространство под собой, подлетает дэмэджем, нажигает, пробивает Марса. Марс поэтому подгорает, Марс упал, их снова упал. Выкупаются все, кто могут выкупаться, набивается последний барак, пробивает Торрент Токио, но пока он там себя впитывает уйму дэмэджа, хотя заканчивает. Сайендиски, ему уже стало похуже, поплохело. Но есть врыв вот Дума, Дум под сейл тиммейт, напрыгивает, пробивает дэмэджа Моне. Как же сильно тут у нас все кастуется на экране, а ПП все меньше и меньше. GT в таверну, пробивает Икснову тут тоже подвыгребает, подкатывает в это время Мейрок к файту, падает сейв, еще один фраг готов. Выкупается Тини обратно в игру, рапира валяется, рапира пока не подбирается, ну и хрен с ней, распрыгивается дальше ГПК, и трипл килл, ну это рапирка. Это рапирка работает, рапирка в действии, прыгает дальше, прямиком под вражеский фонтан. Good game well play. Первая карта за 75 минут. С перефармом почти в 90 тысяч. Ровно 90 тысяч перефарма за командой Bad Boom. Вау. 90 тысяч перефарма, еба. И вот такая вот концов очка этого матча. 59 тысяч дэмэджа для Ember Spirit. И опять-таки 90 тысяч перефарма было в финале этой карты. Ебануться. Mistakes.
И сразу вдогонку смотрим вторую карту, чтобы чисто разбавить и досмотреть уже до конца всю эту серию формата Best of 2. Бобоку вытирают с карты, First Blood зарабатывает себе команда Bad Boom по итогу и продолжается агрессия от Миро, но там Дэвиан никого не догнал вроде как, и дальше фраги там не зарабатывать, хотя позицию занимают у нас тут еще парни под возвышенностью. Не, это все. ФБ для Bad Boom. На самом деле, медовый котел немного смущает в том драфте. По поводу команды IG, кстати, важный момент, учитывая то, что команда IG прошлую карту проиграла, данная карта для команды IG абсолютно ничего не означает. Они ее могут сливать, они могут ее катать нормально, но, опять-таки, это ни на что абсолютно не влияет. Любой исход — это уже стопроцентный выезд для команды IG с этого турнира, к сожалению, или к счастью. Наминает дэмэджа по Торонто Токио, Торонто Токио неприятно, закромсали его парни из команды IG, падает в центре на Сентуса, и лол, прикол. Пангольер в одиночку 1-1 переиграл и обыграл своего оппонента. Нормально так раздал дэмэджа, нормально так у него получилось. Снизу. Уменьшается небольшая порция агрессии под GT. Там, кстати, сверху тоже идет агрессия у нас. Драгонтейл уже полетел. Кидывает дам, вбивает эту метечку. Течки проблем поджигают. Их снова подгорает на работе. Это минус. Фраг номер 3 команды Bad Boom уже есть в копилочке. Граната пошла, подкидывает дэмэдж на Моне, откидывает у него там еще неплохой станчик, подъезжает врыв от течки, течка напрыгивает прямо в лицо оппоненту, пытается поломать Моне, Моне у нас мансит под тавер, смещается тени под линию, кстати, очень бит, остается сейв, было бы неплохо в него что-то метнуть, но пока вроде как Бобока не дотягивается, или бревном прибьет, не хватает, буквально на один удар не хватает по сейву, есть замедление, насыпается эвленж, это будет минус. Все же, по бэтрайдеру отомстили, дабл дэмэдж себе тем временем в центре отбирает ГПК. Снизу. Там, кстати, у нас подъезжать могут сейчас под рыжую. Рыжую поймали Найтфолла. Очень неприятно. РП прожимается. А там тут Токио на подсейве. Но кнопок для сейва у него маловато, как мы видим. Поэтому керри-герой команды Bad Boom отправляется в таверну. Агрессия пошла. Там пока подлетают на X-нову. X-нову возникают большие трудности сейчас. Насыпается Эвлэш, наваливается дэмэдж дальше под Миро. Миро пока уворачивается, пускает свое дыхание дракона, вырубают их снова минус, ну и там тем временем у нас еще и монтируется вышка, ласхит делают парни из команды ГПК в инвизе, пытается поиграть, покатывается в Моне, пробивает его один раз, кстати, подкидывает Моне тут пока под текстурки, ой, как хорошо, красиво, отыграно командой ББ, провожает еще и Бобоку, Бобоки проблемы, есть Драгонтейл, хорошая гранатка от сейва, дебафует полным ходом Бобоку, Бобока выгребает, Бобока будет падать, это минус, еще один герой прямо сейчас на нашем мониторе, без регистрации СМС, дебафует сейва, сейв пытается бежать, сейв пытается уйти и порхает как бабочка, но его жалит весел. Ганг отряд вылетает за рыжей, рыжу там все будут жахать, ее опять повезли, поймали ее опять через Магнуса, РП не потратили, смещается сюда Виверна, взлетает Виверна, готов посражаться, раскатывается ГБК, тем временем подъезжает дэмэджем, набивает их снова подвыгребает, их снова там пока подгорает, это будет еще одно воспламенение лица, пробивает там дальше еще и парнишу как раз на Магнусе, Магнус подвыгребает, пытается жить, выживать, поехал на РП, но РП зря нажимает, хотя блинкаут влез, а маны нет, лол, а маны не хватает на телепорт, он мансит максимально глубоко и опять его задевает. Маной, опять ману у него отбирают, и он просто в кусты стал и ждет. Стик один есть, можно его нажать, в принципе, и дождаться телепортации. Выжил. Оу, дорожки. Тос комбинейшн. Спасает пока здесь своего ультимейта парня из команды IG. Подкатывает Бэтрайдер. Он уже рядышком раскатывает под гальер. Накрывает пока тут Тини. Но Тини суппорт, поэтому не страшно. РП имитируется в землю, но не нажимается. Бобока у нас пытается уйти, но у него там шансов нет. 9-7, и пока у нас все очень неплохо складывается для команды, получается. ББ. Виндерскерс уже был в кастовом. Подцепили мы тут у нас парниши на луне. Луна пытается поломать. Ой, РП полетел, подкатывает Магнуса и подпускает дэмэджа на оппонента. Вырубает Моне, вырубает Севен от фула Миро. Даблкил себе забирает их снова. Тем временем отлично получается. В это время у нас пошло смещение под Торонто Токио. Пока он взлетает на Виверни и паркает. Пытается жить, выживает. Запускает дэмэджа дальше. Вырубает Торонто Токио. Кьюлинг спри на экране. Еще один в таверну пошел. И 4 героя Bad Boom. Где? В таверне. Бетик взлетел, полетел, поймал на Лассо, пока тут Магнуса. Магнус уезжает на Блэкенбаре прочь с файта. Поймали, пробили в Тринити, не зря прыгал, по всей видимости. Винтерскорс остается от Виверны, стопает двух героев команды Invictus Gaming. Очень больно котлу котел подхиливаться живет, но не живет Магнус. Котла там тоже накрывают, провожают спину. И 3 героя в таверне у команды Китая. Смещается под линию Моне, насыпается Эвлэш, наваливается Toss Combination, Penetration будет сейчас происходить по Миро, Миро тут тоже подвыгребает, Миро там крайне больно, он падает в таверну и еще один фраг себе кромснули. Парни сейчас 13-13, паритет.
Битва, вылазка под дрожпит, вкатывает спангольер, красиво проезжает Панго, подлетает лассо, поймали Магнуса, чтобы РП не нажимала, снова Томрос, пипелило, сейвает Торонто, есть даблкил для Моне, очень быстро Луна вытирается в его оппонента, подъезжает Демос, наваливает РП, РП вроде бы неплохое, поднапиливает Моне Демоса с хайграунда, поднапкидывает Демоса еще и снова, вырубает этого тоже, ультракил для Моне, боевая Луна на экране! Погоня пошла, там пытается поймать Дэйвина, Дэйвин пока мансит, дебафает его на 7 to save, запускает огонь, а там подъезжает Бобока, подрезает Миро, у Миро проблемы, ну и данный любитель аниме отправляется в таверну сейчас, и Unbelievable, то есть казалось, было все нормально, было 13-13, тут хоба, и уже и база горит, и герои падают, и уже 5 фрагов без размена сделали парни с команды IG. А это ведь не все проблемы у команды Bad Boom, потому что падает полноценная центральная линия, падает еще и нижняя линия, падает бараки падают максимально легко, потому что Луна все это дело очень быстро ломает. Блэкенбар пока себя прилетает господин Бэтрайдер, в это время пошла продувочная комбинация у нас от котла, есть лассоссирование, поймали Луну, повезли, далеко ли ее везут, вот в чем вопрос. Попытка связать была неуспешная, набивает Луну, но Луна все еще с Аегисом, пробивает сейва, сейв уже упал, наваливают дэмэджа дальше, пробивают Тайнфола, Луна пока живет, но пауэршот ее добивает. По итогу прошила и пробила этого молодого человека. Возрождается Моне, но две линии уже не вернуть, они уже отпали. Прям под базой. Обитают IG, готовы кого-то еще ловить. Нашли Торонто Токио. Ох, ебашечки, моешечки. Как же это было больно. Убивают еще и сейва, он тоже отправляется в таверну. 13-21 на экране и 2-10 перефарма за командой Invictus Gaming. Демонтируются бараки, разносится территория полным ходом у нас сейчас по центральному коридору, ну и парни планируют уже поскорее заканчивать данный матч. Хотя какие-то попытки дефа происходят. Вот команды Bad Boom, допустим, катывается пангольер, подъезжает пока в агрессию на оппонента, пробивает котла, котла убили, кстати, убили его с байбеком. Пробивает еще и Луну, втроем отбиваются парни с команды Bad Boom, молодцы, неплохо сражаются, и Моне вынужден нажимать блокинг-бар и отступать из файта. Норм. А вот Акидавра запускается от Насинтусея, Миро там пока зонит через бимы, подлетает Магнус, но он неудачный, от него был Хорнтос, вкатывается Пангольер, подлетает прямо в рушпит, ударяется в текстурку и вкатывает, это не особо удачно, но он застрял, он не поймал, набивает Моне, Моне живет, а Егиш для Миро, кек, он себе забрал его по итогу, но его там поломали уже, есть мегакилл, даблкилл, мегакилл для Экснова, нихера себе. Утонор Волды. Набивает Моне, Моне это пока впитывает себя Драгонайта, ДК пытается закромсать хотя бы Луну, но Луна выхиливается, много регена, много подсейва, много всего, это жизнь для Луны. И просто с удара Дима разносит Виверну, выкупается ДК, выкупается Виверна, выкупается еще и Пангольер, потому что хата горит. Последний пушен трудный самый. Поймали, перекинули, повезли на минное поле. Здесь сейва разрывает его крайне быстро. Все герои, которые у нас могут умирать у команды Bad Boom, будут умирать без байбека. А вообще только один байбек доступен на текущую ситуацию. На текущий момент байбек есть только у Магнуса. Чего будет, конечно же, маловато. Как ни крути. Ну что, фарм-фармёшка, крип-долбёшка. Моне пока продалбливает линию на верхней части карты. Забирает себе данное строение. Ну и дальше набрасывается уже прямиком под базу. Своему оппоненту буду дальше продаваться здесь по свои пушибельные комбинации, как мы видим. Пошли дальше, что все это дело ломать и уничтожать. Есть там еще немножко плюханцы по оппоненту. И закидывают у нас, возможно, уже финальные плюхи в этом матче. Есть у нас даблкил, есть у нас вынос тела. Ну и как-то вот так вот. Нам. Нормалды. ГГВП. 1-1. Ну, такой матч престижа. Получился для команды IG. Команда IG 100% вылетает с турнира, но они сыграли, ничейную катку с Bad Boom, хотя у команды IG завтра будет еще один матч, но опять-таки завтра матч команды IG абсолютно ничего не решает. Ставить на матч крайне не рекомендую, но опять-таки, если вас интересуют бесплатные VIP-прогнозы на киберспорт, то подпишись на телегу. Ссылка есть в чате либо в описании. Там пока вход бесплатный на VIP-прогнозы. Заходы 80 и более процентов. Всем удачи. До связи на следующих видосах.